Здравствуйте, уважаемые и наши любимые клиенты Урал Минерал. Сегодня я вам расскажу о таком замечательном амулете, о нескольких видах амулетов, которые закреплены в камне, которые могли бы помочь, которые оберегают нашу семью, наш дом, наших детей. Очень важный аспект для молодых мам, у которых маленькие дети, посидеть, подумать, отдохнуть, сделать, скажем так, какие-то выводы. И в этом хорошо помогут сконцентрироваться, например, цветок лотоса и загад. Удержать его в руках, вспомнить приятные моменты, которые были за день, улыбнуться жалостью своих детишек. Камень агат, камень счастливый, камень переводится как счастливый, камень, который принесет радость, чисто эстетическую, чисто моральную поддержку, то есть камень тоже может оказать моральную поддержку. Также у нас есть вот такие солнца. Солнце — это вообще знак, как бы символ, да, знак, имеет знаковую нагрузку, как символ плодородия. Для молодых семей, для тех, кто собирается стать мамой, этот знак, он может принести удачу. В нашем магазине эти солнца, звезды, они сделаны также из агата, то есть изготовлены из агата, камни, которые приносят удачу. У нас также есть украшения из малахита. Малахит вообще считается камнем, который защищает ребенка. Вот я уже когда-то говорила, что раньше на Урале, когда появлялся младенец, в люльку ему ложили малахитовый образец. Тем самым, как бы считалось, что малахит оберегает ребенка от дурного глаза, от болезней, от различных видов, когда называли хвороб. Да? Вот, поэтому малахит можно носить, собственно, как маме, молодой маме, для защиты ее в различных ситуациях. Также, конечно, маме, которая в положении, это особенно будет важно, потому что малахит будет защищать не только ее, но еще и ее ребенка. У нас есть вот такие вот замечательные изделия из селенита, которые могут порадовать не только доченик, да, внучек, собственно, но и, в общем-то, и внучат. Почему? Потому что, ну, такие вот забавные фигурки, различные собачки, кошки, кошечки, различные виды скульптуры, они приносят, ну, приносят радость. А радость — это всегда самое важное в семье. Чтобы была гармония, чтобы была любовь, радость — это первое, что может быть нацелено и пропущена через минералы. Яшма, конечно, яшма. Яшма — это вообще универсальный минерал в этом отношении, потому что он защищает не только конкретного человека, но и дом в целом. Яшмы всегда раньше ставили какие-либо изделия из яшмы на видных местах для того, чтобы не пришел дурной человек, не пришел человек с дурными мыслями, а даже если пришел с дурными мыслями, чтобы этих мыслей у него, чтобы эти мысли у него исчезли. Любите друг друга, ваш Урал Минерал. Будем рады вас видеть на нашем канале.